Помогите кто-нибудь, помогите. Помогите кто-нибудь, помогите. Давайте попробуем спасти девочку. А что же сделать, ребята? Либо ножницы выбрать, либо выбрать зажигалку. Ну, здесь как бы логичнее использовать ножницы, правильно? Но игрушка такая, она со смыслом. Давайте выберем зажигалку. Ага. Нет, смотри, надо было не зажигалку выбирать. Хорошо. Помогите, помогите. Кто-нибудь помогите. Так, давайте, ребята, как вы думаете? Естественно, ножницы берем. Все. Выходит она из подвала. И пошла дальше. Так, нет, вот, смотрите, ее кто-то там, кстати, в комнате запер. Выпустите меня, как мне открыть эту дверь? Либо топором, либо какой-то деревяшкой. Логично топором, как бы, да? Ну, давай попробуем топором. Да, да-да-да, ребята. Топором мы вырубили дверь и спаслись. Уровень третий. Давайте пройдем. Ага. Ну, и дыра тут в полу. Как мне через нее перебраться? Либо воды налить, либо палочку положить. Ну, давай попробуем. Нальем воды. А, это цемент. Все, видишь. Да, конечно, так бы цемент бы не засох быстро бы. Как она налила туда. Так, открыт новый скин. Хорошо. Давайте далее. Четвертый уровень, ребята. Это похититель. Это похититель, который смотрит телевизор. Что можно сделать? Либо телевизор выключить, да, но он явно поймет, что кто-то выключил, естественно. Либо коробка. Ну давайте в коробку спрячемся. Вот. И пройдем аккуратненько. Да, надо было прятаться нам, ребята, в коробку. Мне удалось уйти. Льет как из ведра. Либо зонтик, либо плащ. Давайте выберем плащ. Да, точно, плащик. Она надела плащик и убежала. Да, ребята, как вам игрушка? Если нравится, то будем и дальше проходить. Поставь лайк и напиши комментарий. Так, смотрите, в комната. В комнате мы можем, ребята, сделать какие-нибудь шторочки купить, да? Окошко такое. Ну, давайте возьмем, купим окошко. Почему бы и нет. И скины можем менять. Например, какую-нибудь одежду. А, тут все дорого. Так, денег не хватает у нас. Так, можно даже прическу менять. Фига себе. Так, ладно. Хорошо. Можем, девочки. Мы на пятом уровне. Так, смотри, бежит этот гад. Помогите, помогите. Так, что делать? Это тот, который ее, получается, споймал. Так, выбираем. Ну, давай стульчик возьмем. А, стульчик сломался, маленький был. Так, хорошо. Помогите, помогите. Давайте кресло, кресло поставим. Все. Прошли уровень. А тут так темно. А что же делать? Либо фонарик, либо ломик. Ну, давайте фонарик возьмем. Да, фонарик, хорошо. А, какая страшная собака. Что делать? Либо кусок мяса дать, либо дать ей игрушку. Давайте мясо дадим ей. На, мясо. Все, мясо дали, она убежала. Хорошо. Следующий. Так, следующий уровень, ребята. Шестой уровень у нас. Давайте посмотрим. Корабль. А, она едет на корабле, получается, кушать готовит. И тут начался пожар. Ай-яй-яй, что же делать? А, слишком много дыма. А, так, что мы можем использовать? Либо вентилятор, либо тряпку. Давай вентилятор. Задуй дым. А, нифига, смотри. Не работает. Еще сильнее все начало разжигаться. Да, что-то мы, ребятушки, не то нажали. А, давайте поменяем. Конечно, надо было выбрать тряпку. Так, что же она будет тряпкой делать, интересно? Слишком много дыма. А, давайте возьмем тряпочку. Все, закрыла ротик и пошла дальше.
Так, а здесь либо спички, либо фонарик. Давайте, конечно же, возьмем фонарик. Да, фонарик. Помогло. Интересно, что было бы, если мы взяли бы, ребята, спички? Как мне выбраться? Акваланг, либо лестница? Ну, давайте лестницу. Да, лестница, все правильно. Все правильно, ребятушки, и мы завершаем. Мы идем в следующий уровень. Следующий уровень. Посмотрим. Да, у нас кораблекрушение произошло. А что так холодно? А что делать? Либо зонтик, либо палатку. Конечно, палатку. Сейчас мы... Вот, вот же повезло, палатка. Да, в палатке тепло. И хорошо. Так, кушать хочет. Хочет поймать рыбку. Либо трезубец, либо удочку. Конечно, удочку берем. Так, удочка. Ой, нифига себе, кто это? Какой-то монстр. Неправильно. Неправильно, ребята. Не удочку надо было выбирать. А надо было выбирать все-таки трезубец. Так, это дождь такой холодный. А так холодно. А давайте, что мы используем? Давайте используем... ну конечно же. Тут вот палатку берем. Угу. Так, дождь прекратился. Так, палатку она свернула. И хочет кушать. Интересно, а почему океан красного цвета, ребята, ты не знаешь? А как ты думаешь, давай возьмем вот этот. Щелкнули и споймали рыбку. Все, поела она рыбку, отправляемся дальше. Как это было очень вкусно. О, акула. Нет, акула. А что же делать? Нет, давай пистолетом. Стрельнем ее. Нет, не пистолет, она была. А где, интересно, вот мне вопрос, она бы взяла бы кусок мяса. Если она кушать хотела. Давайте еще раз. Это дождь такой холодный. Давай, это так холодно. Так, берем палатку. Все, в палатке мы сидим. Так, дождь прекратился. Едем, едем дальше на плоту. Так, смотрим. А здесь выбираем трезубец. Ловим рыбку, кушаем рыбку. Едем дальше. Так, акула. Надо акуле дать кусок мяса. О, нет, акула. На, кусок мяса. Откуда у тебя кусок мяса, интересно, было? Все, прошли, наконец-то. Остров. Мы приплыли, ребята, к острову. И приключения наши, ребята, продолжаются. Восьмой уровень. Так, идем. Хочет пить. Ага, либо взять копье, либо палочку. Ну, давай копьем. О, нет. Да, копье это не очень хорошее было. Не очень хорошее было решение взять копье. Да, что-то я сразу, знаешь, подумал взять палочкой ударить. Да. Но я думал, она копьем сразу сделает там дырочку в этом кокосе. Так, ты какой-то туземец пришел. Чего ты хочешь? Я не понимаю. Так он говорит по-туземски. Либо консерву дать, либо конфету. Давай, конечно, если дадим мы ему консерву, он не сможет ее открыть. Хотя там как бы сверху есть открывашечка. Либо конфетку. Давай конфетку дадим, да, конфетку? Да, получилось, ребята. Отлично, хорошо. О, вертолет, вертолет. Ой, помогите, помогите. Так, что мы сделаем? Сюда. Давайте разожжем костер. Да, смотри. Да, костер мы разожгли, ребята, и отправляемся куда-то в следующий уровень, да. Далее. Так, 9-й уровень уже у нас, ребята. Так, идем в лесу где-то. Ага. Что-то странное. А, здесь нам, ребята, нам нужно включить магнитофон. Так, включаем... А, все, видишь, да, включили магнитофон, радио, и они все убежали. Какие-то... Волки или еще кто-то там. Ой, что это? Это зомби. Давайте луну сделаем. Открытую. Да, и превратились мы, ребята, в волка. Все, прошли этот уровень. Так, мне нужно скрыться. Так, что делать? Давайте оденем маску. Это маска же, да? Точно. Видишь, она притворилась зомби и ушла. Отлично. Так, следующий. Что у нас? Следующий уровень будет. Уже интересно, ребятушки. Если тебе интересно, ставь лайк. Ставь лайк на видео. Давайте соберем 10 000 лайков.
Так, далее. 10 уровень, ребята. А сколько вообще там уровней? Давай посмотрим. Так, уровней. О, а тут уровней-то не особо и много. Ладно. Так, 10 уровень. Пошли, пошли. Помогите, помогите. А, зомбари, зомбари идут, зомбари. Давайте постреляем в них. Ага. Что это за пистолет такой был странный? Помогите, помогите. Зомби, зомби. Откуда зомби эти взялись? У них же вон сверху мозги есть. Давайте бобы посадим. А, нет, это горохострел. Прикинь. Ага. Так, они до сих пор идут. Так, электричество, ребята, электричество. Давайте водичкой постреляем. А что будет, если кинуть вот эту штучку? Ой, как она даже кидать не умеет. Ладно. Она даже не могла кинуть в них. Девочка какая-то странная. Давайте, давайте. Помогите, помогите. Сейчас мы другое возьмем, используем, ребятушки. А, мы здесь используем бобы. Так, все, он их сейчас постреляет. Как-то он их не особо стрелял, потому что они опять-таки встали и пошли за девчулей. Давайте водички польем. И электричество их щелкнет. Хорошо. А, там дом. Так давай быстрее, пойдем быстрее в дом. Так, а что здесь? Либо кнопочки, либо масло. Давай кнопочки. А, кнопочки не спасли нас, кнопочки, ребята. Да, не получилось у нас с кнопочками. Давайте дальше. Помогите, помогите. Здесь мы бобы бросаем. Так, стреляй, стреляй, их убивай. Дальше бежим. Еще два зомби, ё-моё. Так, а здесь мы польем водичкой с пистолетика водного. А, электричеством щелкнули их. Все, там дом. Идем домой. Опять зомби. Так, последний зомбак. Маслом, давай нальем масло. Все, он упал и щелкнулся. Прошли, ребятушки, мы уровень. Идем в дом. Что же, ребята, будет в доме? Давайте посмотрим. 11 уровень, ребята, у нас. А, здесь Дракула живет. А средневековые доспехи, это меня нервирует. Что делать? Либо одеть маску, либо взять щит. Ну, давайте возьмем щит. Этот щит меня спас. О, хорошо. Удачно я щит взял. Так, какая-то жидкость. Отвратительно. Так, ну давай, давай подметем. Либо солнышком. Давай солнце сделаем. Может, оно испарится? Да, есть. Солнце меня спасло. Хорошо, конечно, что день-то лучше, чем ночь. Ах, призрак. Что мне делать? А, давайте его спылесосим. Точно, мы его сейчас спылесосим, ребята. Ха-ха-ха. Спылесосим ли мы призрака? Все, ребятушки. Вот такая вот игрушка. Если понравилось, то будем дальше проходить. А ты ставь лайк и подпишись на канал. Всем пока-пока.